Безошибочно. Возможно, и сегодня выиграет. Да, а вот я вспоминаю, действительно, хорошо, ты напомнил, 12-й раз мы уже показываем гимнастику с нашего замечательного Олимпийского дворца. И именно те первые разы я как-то беседовала с Титовым Юрием, это наш заслуженный мастер спорта, но о нем можно много говорить, президент Международной Федерации. Собственно, он и сегодня в зале. Да, да. И он просто с восторгом говорит: Лида, запомни, что это будет гимнаст номер один в мире. И, в общем-то, действительно у него все данные, все предпосылки есть. Но, к сожалению, вот сейчас уже подытожил Денис его все выступления, и они всегда без срывов не бывали. Сейчас у нас Георгий Гребенков. Или, простите, Евгений Крылов завершил без... Без завала. Да, без завала, без таких не более вот того. Да, да, да. Обрушений со снаряда своего выступления. Вот как раз показывает, прости, Денис, Юрий Владимирович Титов и замечательнейший тренер Виктор Николаевич Гавриченков, тот, который сегодня тренирует Зиганшину, а ранее его ученица Лена Шушунова, ну, такая чемпионка из чемпионок, что вообще больше сказать нельзя. Очень грамотный тренер, и мы видели, Зиганшина получила травму в Штутгарте на Кубке мира, но вроде как, слава богу, все это прошло, и она сегодня выступает на этих соревнованиях, и пока в предварительных была третьей после Хоркиной Павловой.